До конца 2018 года на завершение строительства объектов, ликвидацию второй смены в школах и переселение из аварийного жилья направят 11 миллиардов рублей. Сегодня в парламенте республики обсудили бюджетное планирование на ближайшие 3 года. Трехлетка дает понимание на среднесрочную перспективу. Показатели прогноза традиционно разработаны по 2 вариантам – базовому и целевому. Базовый сценарий допускает сохранение цены на нефть, а целевой базируется на предположении о более позитивной конъюнктуре рынка энергоносителей и частичной отмене санкций. Также стало известно, что в условиях ограниченности бюджетных доходов инвестпрограммы республики планируются с учетом завершения вводных объектов, ликвидации второй смены в образовательных учреждениях и переселения из аварийного жилфонда. На эти цели до 2018 года планируется направить более 11 миллиардов рублей.